Три главных совета будущему иммигранту. Ну, первое, надо быть открытым. Второе, держитесь подальше от людей. Я уже даже не говорю там от открытых идиотов, но держитесь подальше от людей негативных. Третье, делайте все по максимуму. Делайте по максимуму. Вы должны себя спросить, кто вы, и что вы, и зачем вы, и как далеко вы собираетесь прыгнуть в этой жизни. Надо просто сказать себе, у меня есть цель, у меня есть что-то, что есть на руках, а есть что-то, чего нет на руках. Значит, надо пойти и найти. Память надо развивать. Если вы не будете ее развивать, соответственно, она останется неразвитой. Мы все имеем потенциал, просто надо иногда на эту тему подумать. Нельзя разбрасываться, нельзя идти сразу к 10 целям. Но если ты уже идешь к какой-то цели, ты не можешь дешевить, ты не можешь делать тяп-ляп, у тебя нет возможности исправить. Ну, вы себя спросите, у меня мечта или фантазия? Если мечта, ну давайте тогда план какой-то сделаем. Вот не просто тут почитал, там. Сделайте план, структуру какую-то и двигайтесь по ней. И пометочки делайте. Это сделал, это сделал, это сделал. Если фантазия, ну, ребята, фантазируем, почему нет? Я не против фантазии. Есть много всяких ниш, через которые люди проникают. Вот этих много таких, как бы, бэкдор, да, то есть вот черных ходов. Но надо знать, что они есть, надо верить, что они есть, надо искать их. И через людей, через форумы, через я не знаю что. Но надо искать свой путь. Ты не можешь идти уже по магистрали, потому что по магистрали идут те, кто тебя моложе вдвое. Не откладывайте ничего, потому что... Скорее всего, если вы сегодня отложите, оно вообще никогда не случится. Скажите себе, я живу сегодня, я живу полноценно. И вот, пожалуй, это мой такой совет. Не комплексуйте на ерунде, вот, а сфокусируйтесь на главном. Если силы есть, энергия есть, учите английский, приезжайте. Не все дороги открыты, но открыто столько, что вам мало не покажется. Вот такой у меня point, как у нас говорят. Значит, вот... Могу ли я? Если ты элементарно адекватный, значит можешь. Надо освоить культуру и надо выучиться языку и так далее, и так далее. Потому что вот эта страна, в которой ты не родился, ты в ней пригодился. Она к тебе повернулась твоим боком. А та страна, в которой ты живешь, у нее и бока такого нет, чтобы тебе этим боком повернуться. Вы должны сказать себе сначала, я чего-то хочу, я это могу. И когда у тебя чего-то не хватает, никто из нас не рожден самодостаточным во всех отношениях. У нас чего-то всегда не хватает. Вот ты хочешь добиться какой-то цели, и ты говоришь, вот это у меня есть, инвентаризацию такую производишь, говоришь, вот это есть, а этого нету. А как же быть? На стороне. Вот ты не знаешь путь, значит, ты ищешь того, кто покажет путь. И это приходит с опытом. Вот надо создавать вот этот опыт. Опыт преобразования мира вокруг вас. Это может быть чуть-чуть, но это вы сделали, это вас никто не заставил, это не то, что были какие-то обстоятельства, а вы сказали, я сейчас пойду и сделаю что-то хорошее. Для мира, для всех. А мог бы не делать. Поэтому, когда вы начинаете каждый день что-то такое по чуть-чуть делать, это меняет вас. Вы говорите себе, я творец, я создан по образу и подобию Творца, для того, чтобы творить. И тогда у вас расширяются вот те горизонты, которые вы... ну, можете себе позволить как бы преодолевать те планки, которые вы для себя можете ставить. Такие, как мы есть, а мы все хорошие. Постарше и помоложе, с меньшим допустимым риском и большим допустимым риском. Веселые и не такие веселые, серьезные там и такие бесшабашные, разные. Вот, мы все хорошие. В том смысле, в каком помыслы наши чисты, и мы хотим что-то хорошее сделать в этой жизни. Поэтому вот такие, как мы есть, планируйте хорошо. И если есть какие-то избыточные ресурсы, не спешите их так вот транжирить, так скажем, таким словом. Да, не транжирим. Смотрите наш канал. Смотрите, у нас тут и народ замечательный, и ведущие вот перед вами, и темы разные, и в целом позитивненько. Из наблюдений жизненных. Так что вы знаете, друзья, как добиваться успеха теперь. Осталось только вот следовать. Счастливо.